4 золотые медали завоевали спортсмены Дагестана на первенстве юности России по боксу среди юношей 15-16 лет. Соревнования прошли в станице Суворовская Ставропольского края. В своих весовых категориях чемпионами турнира стали Есин Шабазов, Атам Ташухаджиев, Муслим Баймуратов и Курбан Муртузалиев. В шаге от высшей ступени пьедестала почета остался Магомед Алиев. Всего же обладателей 13 комплектов наград определили 150 спортсменов. Победители турнира получили путевку на первенство России, которое пройдет с 14 по 24 апреля в городе Чехов Московской области.